Среди многочисленных лучших антивирусных программ на сегодняшний день является Windows Defender, который разработан компанией Microsoft. Эта антивирусная программа интегрирована в операционную систему Windows 10 и является бесплатной программой и с хорошей защитой вашего компьютера или ноутбука. В свое время антивирус Windows Defender был весьма посредственной защитой, которая уступала многим другим бесплатным решениям, не говоря о многих монстрах рынка антивирусной защиты. Однако за прошедшие годы Microsoft сумела настолько сильно улучшить свое программное обеспечение, что сейчас именно Windows Defender считается одним из лучших вариантов на рынке. Независимая организация Avtest, которая оценивает антивирусные программные обеспечения и программы по обеспечению безопасности для операционных систем Windows, провела свой рейтинг, где показала на то, что максимальную оценку получили лишь 4 антивирусных программы: Safe17, Kaspersky IS, Norton Security и, собственно, Windows Defender. При этом лишь антивирусная программа от компании Microsoft полностью бесплатной для пользователей операционной системы. Более того, он изначально предустановлен в Windows 10, что позволяет назвать его самым оптимальным решением для большинства обычных пользователей. Это помогает многим пользователям Windows 10 защитить свою операционную систему и не тратить свое время на поиски и установку сторонних антивирусных программ. Microsoft Windows Defender претерпел значительные улучшения в последних версиях Windows 10 и стал в составе защитника Windows, а также многие пользователи, которые не нуждаются в сторонних решениях безопасности, полностью полагаются на бесплатный встроенный системный антивирус. Ну а на нашем канале вы можете найти много интересного. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех интересных и полезных новостей.